Дутар всегда со мной. Даже когда я в горах, я беру его с собой. Никогда и нигде его не оставляю. Инструмент со мной уже 60-70 лет. Хотам Хакимов – последний исполнитель народного героического эпоса «Гуругли» в Республике Таджикистан. Ему уже 88 лет, и 76 из них он занимается музыкой. Мастер учился почти два десятилетия. Сначала у своего деда, а затем у одного из известнейших исполнителей в стране. «Гуругли» – древний народный героический эпос, который получил второе рождение в 18 веке на юге нынешнего Таджикистана. До появления телевидения и радио эпос был единственным развлечением для простых таджиков. Мастера «Гуругли» путешествовали по всей стране, пели на свадьбах и праздниках о похождениях народного героя «Гуругли», рожденного в могиле, который боролся со злом, чужеземными захватчиками и несправедливостью. Сначала меня никто не признавал. Я закрывал глаза и пел. Потихонечку я развивался. Был такой мастер Гуругли Раджабали. Он взял меня в ученики. У него я и учился примерно 14-15 лет. Ходил за ним по свадьбам, праздникам. Я сидел возле него. Он пел, а я слушал. «Гуругли» состоит из 30 дастанов, рассказов. Короткий поется около 4 часов, а самый длинный – более 7. Большую часть своей учебы Хотам Хакимов запоминал тексты эпоса. Успел выучить только 25. Сейчас он планирует написать книгу и перенести в письменную форму все истории. «Я слушал учителя и не смотрел ни на кого. А когда шел спать, пытался в памяти восстановить прослушанный эпос. Утром шел к мастеру». Манера пения всех наших гуруглихонов, она горловая. И в отличие, надо сказать, что кроме, значит, Таджикистана, ареал распространения этого эпоса огромен. Центральная Азия, Туркменистане поют, в Узбекистане, Каракалпаке, в Азербайджане, в Турции, в южной части Ирана. То есть существуют разные версии этого эпоса. Версия таджикского эпоса «Гуругли» отличается от других версий в том, что оно полностью поется. То есть поэтический текст изначально до конца оно поется. И поется горловой манерой пения. Это единственный жанр в таджикской традиционной музыке, который поется горловой манере и исполняется музыкальным инструментом дутар. Мастер «Гуругли» Хотам Хакимов стал победителем международного фестиваля «Гуругли Хони» – «Поющие истории», в котором приняли участие исполнители из 13 стран мира. Музыкант считает, что его победа говорит о том, что «Гуругли» на таджикском языке звучит красивее всего, и этот вид искусства нужно сохранить. Сегодня мастер собирается открыть школу «Гуругли» при столичной консерватории и передавать свои знания другим. Анушерон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.